Предлагаемая технология десульфурации чугуна гранулированной магнием была разработана и освоена на Украине. В последнее время на ряде крупных металлургических предприятий Китая построены аналогичные установки десульфурации чугуна, которые успешно эксплуатируются с хорошими технико-экономическими показателями. Для выполнения подготовительных операций по сборке фурменных устройств из составляющих частей фурмы и штанги, а также ремонтных работ по восстановлению путировки фурм с последующей ее сушкой, предусматривается стенд для обслуживания фурм. Подготовленные к эксплуатации фурмы хранятся на специальном месте хранения фурменных устройств. По команде оператора с главного пульта управления включается привод чугуновоза, и ковш с чугуном подается в камеру десульфурации. Процесс десульфурации чугуна гранулированным магнием осуществляется в камере десульфурации. Ковш с чугуном в камеру десульфурации подается специальным чугуновозом. На верхней площадке камеры десульфурации установлено устройство ввода фурм в расплав. На верхней площадке, рядом с устройством ввода фурм в расплав, установлен специальный модуль-дозатор гранулированного магния. После остановки чугуновоза в заданном положении закрываются ворота камеры десульфурации. В технологическом процессе десульфурации чугуна используется машина скачивания шлака, устройство перегрузки магния из контейнера в модуль загрузочный и установка очистки транспортирующего газа системы пневмотранспорта, а также промышленное телевидение. До начала ведения процесса десульфурации специальным устройством опускается зонд для замера температуры и взятия пробы чугуна для выполнения лабораторных анализов. Данные по количеству чугуна в ковше, его температуре и параметры по начальному и конечному содержанию серы в чугуне вводятся в компьютер. После завершения необходимых расчетов опускаются крышка ковша и форменное устройство. Начинается процесс десульфурации. Образующиеся в процессе газы по системе газоходов направляются на газоочистку. После добавления расчетного количества магния завершается процесс десульфурации, и фурменное устройство поднимается в верхнее положение. Крышка ковша поднимается. Для взятия пробы чугуна и замера его температуры после процесса десульфурации в расплав чугуна опускается зонд. Данные по температуре и конечному содержанию серы в чугуне вводятся в компьютер. С главного пульта управления установка десульфурации управление передается оператору машины скачивания шлака, который наклоняет ковш в сторону скачивания шлака и скребком машины проводит операцию по скачиванию шлака. Управление машиной скачивания шлака выполняется из кабины, которая оборудована кондиционером. Шлак скачивается в специальную чашу для шлака. Отходящие газы по системе газоходов направляются на газоочистку. Процесс десульфурации полностью автоматизирован. Для наладочных работ оборудования установлены местные пульты управления. Управление всем процессом обработки чугуна выполняется по разработанной программе из центральной операторской при помощи вычислительной техники.
При сопоставлении с другими технологиями десульфурации чугуна, применяемыми в мире с использованием различных добавок, представленная технология десульфурации чугуна, гранулированной магнием без добавок и оборудование для ее осуществления гарантирует высокий научно-технический уровень и высокие технико-экономические показатели. Прибыль от использования данной технологии по сравнению с сдуванием смеси извести с магнием составляет, как правило, более $1 США на одну тонну чугуна.